25 января в детско-юношеской спортивной школе города Амурска состоялся чемпионат Амурского муниципального района по пауэрлифтингу среди юношей и девушек по весовой категории от 53 до 90 кг. Название пауэрлифтинг происходит от английских слов power – сила и мощь, лифт – поднимать. В пауэрлифтинге, а другими словами в силовом троеборье, спортсменами выполняются три упражнения. Это приседания со штангой на плечах, становая тяга штанги и жим штанги лежа на горизонтальной скамье, которые в сумме определяют итоговый результат. Атлеты Амурска попробовали свои силы в этом непростом виде спорта. На чемпионате было все. Неудачи и ошибки, победа спортсменов над собой и сила воли. Занимаюсь пауэрлифтингом уже полтора-два года. Хочу сдать на кандидата мастера спорта. Ну еще немного и дойду до него. Сегодня я поднял движение приседи 182,5 килограмма. Хорошо выступил пока. Ну еще впереди жим, становая тяга. Думаю, закончить нормально. Ну здесь сильно я не укладываюсь на городе. А прежде у меня соревнования по технарям. Я занимаюсь пауэрлифтингом больше года. То есть начала заниматься в сентябре этого месяца. Выступала на крае в Хабаровске и на городских соревнованиях, конечно, каждый год. После этих соревнований планирую выступить, ну, тоже на крае в Хабаровске. Там уже будет больше народу, больше возможностей, новые соперники. Это круто. Был присед, я присела 102 килограмма. Нужно быть сильным, чтобы им заниматься. Для мышц, конечно же, это хорошее укрепление тела. Он психологически хорош. Ну, тяжело психологически его перенести на соревнования. Потому что все волнуются, это перегорает, вес теряется от этого. Сложно. Ну, мне нравится. Не секрет, что спортивный образ жизни и занятия спортом являются залогом отменного здоровья, лучшим источником красоты и физической силы, душевного равновесия, жизненной энергии и прекрасного настроения. Сегодня многие из нас хотят иметь прекрасно развитую мускулатуру, находиться в отличной физической форме, и пауэрлифтинг поможет вам все это воплотить в жизнь.